60 миллиардов евро каждый год проходят мимо казны Евросоюза из-за офшоров. Газета «Süddeutsche Zeitung» опубликовала расчеты французского экономиста Габриэля Цукмана. В соответствии с ними, примерно пятая часть всех налоговых отчислений из компаний ЕС теряется из-за того, что международные концерны регистрируют фирмы в офшорах. По оценкам экономиста, больше всех недополучает Германия – 17 миллиардов евро. Франция могла бы каждый год собирать с компаний на 25% больше налогов, а Великобритания – на 20%.